the last paper in this session, which will be provided by Sergei Ivanenko of Scientific Council of the Guild of Experts in Religion and Law, located in Moscow. And his presentation today is entitled Opposition to Jehovah's Witnesses in Russia, the Anti-Cult Context. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, прежде всего я хотел бы представиться. Меня зовут Сергей Иваненко, я религиовед, и у меня есть ученая степень доктора философских наук. Тема моего выступления – это роль антикультистских мифов о свидетелях Иеговы в усилении преследований последователей этой религиозной организации в Российской Федерации. Мне кажется, что сама эта тема, она очень удачна, могла бы быть проиллюстрирована мыслью гениального английского писателя Уильяма Шекспира. Он сказал, что у всякого безумия есть своя логика. И действительно, когда речь заходит о том, что в Российской Федерации в 2017 году управленческие центры и различные общины свидетелей Иеговы были объявлены экстремистскими организациями, это, безусловно, определенное безумие, нарушение привычной логики, поскольку свидетели Иеговы во всем мире известны как люди законопослушные, принципиально избегающие насилия, придерживающиеся пацифистских взглядов. И для того, чтобы проследить вот эту логику безумия, нужно, конечно, задуматься о том, каковы же были представления тех людей, которые запрещали свидетелей Иеговы, почему они приняли такие экзотические, странные решения. И насколько мне удалось разобраться в этом вопросе, большую роль здесь сыграли так называемые антикультисты. Так называют различные организации, движения отдельных людей, которые считают, что новые религиозные движения или какие-то другие, с их точки зрения, неправильные, вредные религиозные течения должны быть ограничены в правах или, еще лучше, запрещены целиком и полностью. В Российской Федерации также достаточно сильны антикультистские представления. Это неудивительно, поскольку если мы обратимся к истории Российской империи, то мы увидим, что в этом государстве, в царской России, были очень жесткие законы в отношении тех организаций религиозных, которые считались сектами. Их делили на три категории – вреднейшие, вредные и менее вредные. И все они подлежали тем или иным ограничениям, а их последователи – уголовным преследованиям. Причем в данном случае государство в императорской России очень тесно взаимодействовало с русской, или тогда она называлась Российская Православная Церковь, которая считалась господствующей государственной церковью и защищалась всей мощью государства. Интересы ее ограждались законодательством Российской империи. Надо сказать, что вот сейчас, когда царская Россия давно уже осталась в истории, она рухнула в 1917 году под напором революционных настроений, оказалась похоронена. Сейчас в Русской Православной Церкви есть определенные круги, которые считают, что нужно максимально полно, бережно возродить те традиции, которые были в отношениях государства и церкви.
в царской России, в том числе и возобновить ту борьбу с так называемыми сектами, которые практиковалась в те далекие уже от нас времена. Я сошлюсь на достаточно любопытный эпизод, который был в Советском Союзе. Он показывает, насколько вот среди некоторых иерархов церкви, занимавших высокое положение в Русской Православной Церкви, были сильны вот эти вот антисектантские настроения, и была убежденность, что нужно, как и в царской России, вместе с государством бороться против так называемых сект. Одним из религиозных деятелей, о которых я хотел бы упомянуть в связи с этим, был митрополит ленинградский и новгородский Григорий. Он был постоянным членом Священного Синода Русской Православной Церкви. И в 1946 году он подготовил специальный доклад к вопросу о борьбе с сектантством. Этот доклад предназначался и для патриарха Алексия I, и для так называемого Совета по делам Русской Православной Церкви, который был уполномочен государством для контроля за Русской Православной Церковью и для взаимодействия с этой крупной религиозной организацией. Что здесь как бы удивляет вот наблюдателя сейчас, в наше время? Прежде всего, обращаешь внимание на то, что митрополит Григорий, он сам испытал на себе сталинские репрессии, его арестовывали, ссылали, и он прекрасно представлял себе, что такое большевистский террор, что такое преследование верующих со стороны носителей государственной атеистической идеологии, которая господствовала в Советском Союзе. Но, несмотря на это, митрополит Григорий и другие люди, которые стояли на тех же позициях, они считали, что в интересах церкви, в интересах даже Советского Союза, социалистического государства, необходимо возобновить самую решительную борьбу с так называемыми сектами, репрессировать их последователей, заставить их замолчать, отказаться от миссионерской деятельности. Надо сказать, что господствовавшая тогда коммунистическая партия, она не восприняла этих призывов, она исходила из своих коммунистических догм, из прагматических интересов в то же время. И она считала коммунистической партией, руководящие органы, что они сами справятся с теми религиозными организациями, которые покажутся им недостаточно лояльными, недостаточно патриотичными. И что здесь советы со стороны Русской Православной Церкви не требуются. Но такого рода настроения, мы должны о них просто вспомнить для того, чтобы представить себе тот накал антисектантских, антикультовых настроений, который был даже и в советское время в некоторых религиозных кругах. И вспомнить вот о тех традициях борьбы с так называемыми сектами, которые сложились в царской России до 1917 года и в какой-то мере остались живыми для некоторых людей и в более позднее время. Если говорить уже действительно о современной Российской Федерации, которая была сформирована после распада Советского Союза, то здесь мы увидим постепенное нарастание влияния антикультистов, укрепление их взаимодействия и с Русской Православной Церковью, и с органами государственной власти. Это, как это ни удивительно, не противоречит тому, что Российская Федерация –
с точки зрения конституции, законодательства, является светским государством. Но в данном случае вот эта светскость, она понимается некоторыми представителями властей в том плане, что в то же время необходимо опираться на так называемые духовно-нравственные ценности, традиции, которые трактуются как неразрывно связанные с православием, с Русской Православной Церковью. И защита вот этих вот традиционных российских духовно-нравственных ценностей в этом ключе, она понимается в том числе и как борьба с теми религиозными меньшинствами, религиозными организациями, течениями, которые, по мнению Русской Православной Церкви и тех представителей властных структур, которые оглядываются на Русскую Православную Церковь, считают ее для себя авторитетом в духовных вопросах. В данном случае вот эта вот защита традиционных ценностей выливается в том числе и в борьбу с теми, кто с точки зрения антикультистов может быть опасен для ценностей православия. Если обратиться к тому, как Русская Православная Церковь понимает взаимодействие с другими так называемыми инославными религиозными организациями, то здесь преобладают два принципа. Первый из них заключается в том, что с точки зрения церковных документов, принятых на архиерейских соборах, достойны уважения и взаимодействия, ну, если говорить о христианах, те, кто верит в Троицу, и те, кто разделяют убеждения в богочеловеческой природе Иисуса Христа. Те же, кто отвергает Троицу и не считает Иисуса Христа богочеловеком, с точки зрения Русской Православной Церкви, являются вредными сектами, с которыми необходимо вести решительную борьбу, стараясь подключить к этому максимально и государственные структуры. Второй принцип заключается в том, он также закреплен в документах Русской Православной Церкви, что те неправославные религиозные организации, которые есть на так называемой канонической территории Русской Православной Церкви, в том числе на территории Российской Федерации, имеют право заниматься миссионерской деятельностью только среди тех народов, этнических групп, которые исторически к этим религиозным организациям принадлежали. Ну, допустим, приведем такой пример, что если речь идет о поляках, которые живут в России, то католическая церковь с точки зрения Русской Православной Церкви может с ними взаимодействовать, может их воспитывать в своем религиозном духе. Это не вызовет у Русской Православной Церкви раздражения, отпора, желания как-то положить этому конец. Если речь идет, допустим, о бурятах, то для них с точки зрения Русской Православной Церкви вполне допустимо быть буддистами, и если буддистские организации ведут какую-то духовную работу среди тех народов, которые традиционно принадлежали к буддизму, то это также с точки зрения руководства Русской Православной Церкви не должно вызывать какой-то негативной реакции ни у церкви, ни у государства. Но если та или иная религиозная организация выходит за рамки вот своей традиционной такой этнической, национальной базы, то это, по мнению Русской Православной Церкви, категорически недопустимо. Этому должны чиниться всевозможные препятствия.
как церковью, так и государством. Что касается свидетелей Иеговы, то они, как вы знаете, не разделяют догмата Троицы и ведут очень широкую миссионерскую деятельность среди всех людей, независимо от того, к какой национальной группе они относятся, к какому этносу они принадлежат. И в этом плане, конечно, для Русской Православной Церкви свидетели Иеговы выступают как некая сектантская организация, которая должна быть максимально ограничена в своих правах и в своих возможностях. И антикультисты, они, безусловно, действуют в том же плане. Они стараются вооружить и государственных служащих, и представителей государственной власти, и священнослужителей, верующих, какими-то аргументами, которые должны доказать им, что свидетели Иеговы – это вредное для государства и для духовности, для национальной культуры народов России течение. Какие здесь можно отметить, может быть, временные вехи, которые также важны для понимания ситуации? Если посмотреть на тот накал антисектантской, антикультистской пропаганды, с которым сталкивались свидетели Иеговы, то, безусловно, важным рубежом здесь выступает 2009 год. И до этого были попытки со стороны государственных структур и со стороны некоторых церковных также деятелей добиться запрета свидетелей Иеговы. Ну, скажем, процесс в отношении Московской общины свидетелей Иеговы, он разворачивался еще в начале 2000-х годов. И была даже идея среди тех, кто добивался этого запрета, что ликвидация и запрет Московской общины свидетелей Иеговы станет своего рода прелюдией к ликвидации общин свидетелей Иеговы по всей стране, по всей Российской Федерации. Но этого не произошло, потому что тогда еще деятельность и антикультистов, и других церковных и государственных сил, которые хотели бы добиться запрета свидетелей Иеговы, оставалась все-таки достаточно ограниченной. Она не носила такого вот широкого размаха, который она приобрела в 2009 году. Что же, собственно говоря, случилось такого в 2009 году, что переломило в значительной степени ход событий и сделало наступление на права свидетелей Иеговы более решительным, более успешным? Позволю себе предположить, что речь идет о том, что именно 1 февраля 2009 года патриархом московским и всея Руси стал патриарх Кирилл. Это человек чрезвычайно одаренный в плане проповедническом. Это харизматический, безусловно, лидер. У него явно очень хорошие организаторские способности. И он прекрасно чувствует собеседника, когда он с кем-то разговаривает. У него хорошая в этом смысле способность общаться с людьми самыми разными, в том числе и стоящими у власти, убеждать их в своей правоте, делать их своими союзниками, единомышленниками. Это очень яркий человек, умеющий подчинять своему влиянию других, обладающий сильной волей. И в данном случае вот именно фигура патриарха, она во многом дала достаточно мощный импульс и усилению воздействия антикультистских мифов, антикультистских представлений
на государственную политику в отношении религиозных организаций, в том числе и в отношении свидетелей Иеговы. То есть с этого периода преследования свидетелей Иеговы стали носить более систематический и более эффективный характер. В чем они заключались? Ну, на первых порах речь шла о том, что какие-то публикации свидетелей Иеговы судами признавались экстремистскими, потому что в них якобы была отражена идея религиозного превосходства свидетелей Иеговы над всеми другими религиями. Нужно сказать, что этот аргумент представляется мне неубедительным, ну, как и многим другим экспертам, поскольку в публикациях свидетелей Иеговы нет никакого разжигания вражды или ненависти к другим религиям, к последователям иных верований. Свидетели Иеговы не требуют кого-то запретить, лишить возможности исповедовать его религиозные взгляды или как-то ограничить в правах. Что же касается идеи свидетелей Иеговы о том, что только их религия истинна, а все остальные религии ложны, то практически каждая религия в той или иной мере стоит на этой позиции. То есть любая религия, она утверждает, что только она воплощает в себе всю полноту истины. Только она верно учит о том, как можно спастись, как человек должен достичь истинного понимания божественных истин. И в связи с этим любую религиозную практически литературу, любую религию можно объявить экстремистской, если ставить своей целью этого добиваться. Но в данном случае применение вот этой нормы о том, что недопустима религиозная исключительность, пропаганда этой религиозной исключительности, она была направлена именно против свидетелей Иеговы. Как я уже говорил, сначала речь шла о запрете некоторых публикаций, затем эти публикации стали обнаруживать в общинах свидетелей Иеговы. Ну, сами свидетели Иеговы утверждают, что речь шла о том, что эти объявленные прежде экстремистскими публикациями подбрасывались представителями правоохранительных органов, что это была некая провокация. Есть даже определенные видеозаписи, как те или иные люди подбрасывают публикации, которые затем, значит, обнаруживают в ходе обыска. И оказывается, что это не что-нибудь, а именно публикации, уже прежде объявленные экстремистскими. Но суды обычно вот этих свидетельств не принимают в расчет. И отдельные общины свидетелей Иеговы начинают подвергаться запрету. Так продолжается до 2017 года, когда Министерство юстиции вносит в Верховный суд представление о запрете управленческого центра и всех юридических лиц свидетелей Иеговы, то есть всех общин 395, которые были зарегистрированы на тот момент, под тем предлогом, что управленческий центр не предотвращает экстремистскую деятельность общин свидетелей Иеговы, не предотвращает распространение литературы, объявленной экстремистской, и в связи с этим сам является рассадником экстремизма, экстремистской религиозной организации. И такого рода решение выносится, хотя, ну, как отмечают тоже эксперты, серьезных аргументов в его пользу представлено на заседаниях Верховного суда не было. В основном речь шла все-таки об определенных предрассудках, которые в данном случае оказались сильнее, чем реальные факты, которые были бы установлены объективно.
В связи с этим я хотел бы перейти к тем мифам, которые действительно в конечном итоге привели и к запрету юридических лиц свидетелей Иеговы в Российской Федерации в 2017 году, и сейчас способствуют преследованию верующих в нашей стране, которые принадлежат конфессии свидетелей Иеговы. Остановимся на первом из этих мифов, прежде всего потому, что именно этот миф имеет наибольшее значение с точки зрения влияния на руководство страны и на усиление преследования свидетелей Иеговы. Этот миф заключается в том, что для свидетелей Иеговы характерно якобы слепое, безропотное подчинение высшему руководству. А так как руководящий совет свидетелей Иеговы находится в Соединенных Штатах Америки, то якобы он находится под контролем политических сил именно этого государства. И свидетели Иеговы в Российской Федерации могут быть использованы Соединенными Штатами Америки в своих интересах, в том числе для дестабилизации ситуации в Российской Федерации. Не могу здесь не вспомнить еще те утверждения, которые допускает Александр Дворкин, один из видных антикультистов. Он заявляет, что якобы свидетели Иеговы на протяжении длительного периода верили в то, что когда начнется Армагеддон, они должны взять в руки оружие и вместе с ангелами участвовать в истреблении нечестивых людей. И в сознании тех, кто принимает решения в России, складывается какая-то зловещая картина, что вот наступит момент, когда высшие руководители, свидетели Иеговы в интересах враждебно настроенных сил в Соединенных Штатах Америки заявят верующим в России, что начинается Армагеддон, пора брать в руки оружие и начинать уничтожать всех грешников. На самом деле ничего подобного нет. Я коротко также остановлюсь на полной несостоятельности, фантастичности этого мифа. Дело в том, что свидетели Иеговы соблюдают так называемый христианский нейтралитет, то есть они не участвуют ни в военных действиях, не берут в руки оружие, не служат в армии, они не голосуют на выборах, и они не подчиняются никаким политическим силам, будь то в Соединенных Штатах Америки, условно говоря, в Турции, в Танзании или в Российской Федерации. И их невозможно использовать, свидетелей Иеговы в Российской Федерации, ни в интересах политических сил в самой стране, ни тем более в интересах каких-то зарубежных политических сил. Это абсолютно нереально. Но что касается тех людей, которые представляют государственную власть в нашей стране, то они исходят из того, что все религиозные лидеры находятся под контролем государства, как правило. И если свидетели Иеговы не находятся под контролем российского государства, то, следовательно, они завербованы какими-то другими внешними силами. Такова логика работников спецслужб. И поскольку в нашей стране достаточно много выходцев из органов государственной безопасности на высших постах, то именно такой точки зрения они часто и придерживаются, что свидетели Иеговы, раз они не хотят, ну, условно говоря, плясать под дудку органов политических государственных в нашей стране, то, следовательно, они являются агентурой какой-то зарубежной страны, прежде всего Соединенных Штатов Америки. Я уже упоминал о том, что это совершенно не так, и изучение состояния дел у свидетелей Иеговы показывает, что они действительно придерживаются нейтралитета, и что
верующие готовы даже отбывать тюремные заключения, допустим, отказываясь от службы в вооруженных силах, терпеть всяческие лишения, жестокие самые преследования, но не изменить своим христианским убеждениям. Также является мифом представление о том, что свидетели Иеговы якобы это какие-то марионетки в руках своих руководителей. Ничего подобного я не видел и не наблюдал, когда я общался со свидетелями Иеговы. Это нормальные, живые, мыслящие люди, которые сверяют те установки, которые они получают через библейскую литературу или в проповеди, с положениями самой Библии. Или они сообразуются, если в Библии нет каких-то четких указаний, как действовать в той или иной ситуации, потому что сейчас все-таки жизнь изменилась по сравнению с теми временами, когда писалась Библия. Тогда свидетели Иеговы стремятся руководствоваться своей обученной по Библии совестью. То есть о том, чтобы слепо выполнять какие-то приказы, просто потому что они исходят от людей, которые стоят выше в организационной структуре свидетелей Иеговы, речь не идет. И со свидетелями Иеговы, я думаю, в этом смысле можно не опасаться каких-то ситуаций, когда вдруг они решат дестабилизировать ситуацию или как-то проявить себя негативно по отношению к согражданам. Свидетели Иеговы, если наступает какая-то полоса стихийных бедствий, катаклизмов, они оказывают самую активную помощь и соверующим, и другим нуждающимся. Это также хорошо известно, если внимательно присмотреться к их деятельности. Посмотрим теперь на миф номер один. Он еще может быть вредоноснее, чем вот тот миф, о котором я говорил. Он заключается в том, что якобы свидетели Иеговы являются сектой. Но на самом деле свидетели Иеговы – это деноминация, а не секта. В религиоведении есть три категории основные религиозных организаций. Это секты, деноминации и церкви. Для секты характерна замкнутость, стремление отгородиться от мира. Для свидетелей Иеговы это совершенно не свойственно. Как раз их, если в чем-то и упрекают сограждане, то это в том, что они слишком активны, порой даже навязчивы, когда они занимаются миссионерской деятельностью. Они очень общительны, как правило, доброжелательны и совершенно не похожи на вот те представления о сектах, которые есть у религиоведов или у обычных граждан. Если говорить о деноминации, то это такая религиозная организация, где есть достаточно серьезные требования к ее членам. То есть там обычно не крестят младенцев, а крестят уже людей, которые сознательно выбрали свою веру. И там есть определенные, в случае со свидетелями Иеговы, достаточно высокие духовно-нравственные критерии. То есть человек должен изучить Библию, должен следовать библейским принципам в своей реальной жизни, то есть он не должен, допустим, изменять супругу, если он женат или замужем, он не должен участвовать в каких-то добрачных половых связях, не должен злоупотреблять алкоголем или наркотиками, не должен также курить, и так далее. То есть есть достаточно четкие и высокие требования, и если верующий им не соответствует, то его могут, ну, сначала предупредить о том, что он должен
покаяться в своих грехах и встать на правильный путь. Если же он упорствует в том, что он делает не в соответствии, так сказать, с библейскими принципами, которые приняты у свидетелей Иеговы, то его могут и исключить, оставив в будущем возможность того, что он все-таки раскается и станет вести более духовный, нравственный образ жизни. И тогда вновь вернется в общину, в организацию. Если же говорить о церкви, то это обычно такая религиозная организация, которая открыта для всех желающих. То есть там крестят младенцев, там нет практики исключения людей, как бы они ни вели себя в большинстве случаев. И зачастую те или иные прихожане, они могут очень редко бывать в церкви, могут не соблюдать основных предписаний и запретов, но все равно оставаться формально членами этой религиозной организации. В данном случае свидетели Иеговы не похожи на такую вот церковную структуру, так же, как они не похожи на секту, о чем мы уже упоминали. Я думаю, что сам термин «секта», конечно, он используется как некое клеймо, как такая этикетка, которая должна отвратить людей от свидетелей Иеговы, от других организаций, которые также заклеймлены как секты деятелями антикультистского движения или какими-то другими противниками. И третий миф, о котором я бы упомянул, он связан с тем, что свидетели Иеговы не практикуют переливание крови. С точки зрения вот этого мифа номер три, свидетели Иеговы отказываются от медицинской помощи, у них запрещено переливание крови, поэтому на их совести гибель множества жертв. Я хотел бы сказать, почему этот миф ошибочен. Ну, то, что я буду говорить, это мое субъективное мнение. Возможно, оно в чем-то расходится с реальностью, потому что здесь, конечно, предпочтительнее мнение людей, имеющих медицинское образование. Я хоть и доктор, но я не врач, я доктор именно философских наук. Но, тем не менее, у меня есть определенное здесь представление. Ну, прежде всего, насчет медицинской помощи. Свидетели Иеговы от нее не отказываются в целом. Они как раз за то, чтобы найти хороших, максимально квалифицированных врачей и получить у них помощь. Это характерно для свидетелей Иеговы, потому что они не верят в исцеление с помощью каких-то молитв или обращения к другим сверхъестественным средствам. То есть они молятся, конечно, о каких-то своих нуждах, но с их точки зрения разумно и вполне соответствует библейским принципам обращение к специалистам, к медикам. Относительно переливания крови, здесь я тоже в свое время знакомился с разными материалами, в том числе и уголовных дел, вот связанных с первым этапом попытки запретить Московскую общину свидетелей Иеговы. Это дело еще в 1998 году было возбуждено. Там обвиняли свидетелей Иеговы в том, что вот из-за отказа в переливании крови некоторые пациенты скончались. Но при ближайшем рассмотрении более детальном этих материалов оказывалось, что на самом деле этим пациентам насильственно перелили кровь, и они умерли, несмотря на это. Так что здесь не получалось никак обвинить именно свидетелей Иеговы и их принцип отказываться от переливания крови в том, что он привел к смерти какого бы то ни было человека. И должен сказать о своем впечатлении, которое сложилось после разговоров с некоторыми врачами, что в России пока не очень внимательно относятся к отказу пациентов от переливания крови. Если врачи считают это необходимым, они сплошь и рядом, несмотря на все эти отказы, кровь переливают,
когда человек, допустим, находится под наркозом и не может на это реагировать. Если надо, так сказать, то могут быть организованы какие-то судебные решения о том, что в силу там, неотложных обстоятельств кровь следует перелить, независимо от позиции пациента. Поэтому в России это как бы проблемы вообще, мне кажется, во многом именно надуманные антикультистами, что какие-то вот люди отказались от переливания крови, и из-за этого вот наступила их гибель. Такого реального факта ни одного мне найти не удалось. Хотя я этим интересовался именно как исследователь, не как врач. Кроме того, я изучил те инструкции, те материалы, которые есть у свидетелей Иеговы относительно проблемы переливания крови. Я не буду погружаться здесь во все детали, но свидетели Иеговы отказываются от переливания крови цельной, которую сейчас почти никогда и не переливают в реальной жизни. Ее четырех основных компонентов. Я не буду тоже их перечислять, потому что это, ну, вопрос специальный. Но если говорить, допустим, о мелких фракциях крови, то их использование не запрещено у свидетелей Иеговы. Каждый верующий сам решает, принимать эти компоненты или нет. У свидетелей Иеговы есть такая практика, когда верующие соглашаются на временный забор части собственной крови во время хирургической операции. То есть это так называемая технология кровосбережения пациента. И это достаточно эффективная по нынешним временам технология. Поэтому я думаю, что свидетели Иеговы здесь достаточно здравомыслящие люди. У них есть так называемые комитеты по связям с больницами во всем мире. Их 1200, если я не ошибаюсь, по всему миру. Туда входят старейшины, которые общаются с врачами и рассказывают им об особенностях свидетелей Иеговы как пациентов. И в свою очередь врачи берут на себя обязательство делать какие-то сложные операции, не прибегая к переливанию вот этих четырех основных компонентов крови. В общем-то, в современных условиях надо сказать, что есть и такие кровезаменители, которые помогают избегать переливания основных компонентов крови. И в целом, среди тех, кто отказываются от переливания крови, если посмотреть медицинскую статистику, свидетели Иеговы составляют где-то 25%. А 75% – это просто люди, которые не являются свидетелями Иеговы. Может быть, они вообще не являются верующими, но они озабочены состоянием своего здоровья, и они опасаются, что переливание крови может привести к каким-то неприятным результатом с точки зрения последствий для здоровья. То есть будут занесены какие-то инфекции, будут какие-то осложнения и так далее и тому подобное. Так что я здесь считаю, что вот этот миф, он также является, ну, неким пропагандистским продуктом, который не отражает реальной ситуации. Если оценивать здесь вклад антикультистского движения в преследование свидетелей Иеговы, то я считаю, что, конечно, оно играет здесь самую негативную роль и во многом способствует тому, что расширяются преследования мирных верующих, которые просто-напросто стремятся удовлетворить свои религиозные потребности, что гарантируется Конституцией Российской Федерации, право на удовлетворение своих религиозных потребностей, в том числе на коллективное исповедание своей религии. Хотел бы я также сказать, что, несмотря на те сложности, которые встречают в последние годы, особенно после запрета в 2017 году своих юридических лиц свидетелей Иеговы, насколько я могу судить, они преисполнены решимости продолжать служить своему Богу, соблюдать свои нравственные и духовные принципы. И это у них в общем и целом получается.
Те свидетели Иеговы, с которыми я беседовал за последние 3 года, они считают, что запрет даже в чем-то помог их ощутить свое подлинное религиозное призвание, поскольку отсеялись люди случайные, люди малодушные. И они чувствуют, что сбываются те библейские пророчества о скором завершении нынешней системы вещей. И они продолжают проповедовать. Думаю, что численность их даже возрастает в Российской Федерации, несмотря на преследования. И в этом смысле я думаю, что свидетели Иеговы, как это было и в нацистской Германии, и в период сталинских репрессий в Советском Союзе, они докажут, что никакие преследования не могут остановить их проповеднической активной деятельности, которую они считают своим первейшим религиозным и нравственным долгом. Завершая свое выступление, я тоже хотел бы вспомнить мудрую мысль Вильяма Шекспира. Звучит она так: «Не слишком разжигайте печь для своих врагов, иначе вы сгорите в ней сами». Я думаю, что те, кто так или иначе вовлечены в преследование свидетелей Иеговы, других, может быть, религиозных меньшинств, они должны помнить об этом завете классика английской литературы и понимать, что чувство меры необходимо человеку, в том числе и в таких вот неоднозначных вещах, как разжигание каких-то преследований, гонений в отношении своих оппонентов. Жизнь, она очень непроста, и те, кто несут ответственность вот за такого рода нарушения прав свидетелей Иеговы, вполне возможно, что они могут столкнуться и с теми проблемами, которые они создавали для этих верующих. Хочу выразить надежду на то, что все-таки ситуация будет развиваться в сторону торжества здравого смысла и от безумия, у которого есть логика, о которой я говорил, мы постепенно, но неуклонно будем переходить к здравому смыслу, к соблюдению принципов свободы совести. Логика здесь будет еще понятнее и еще позитивнее для всех нас. Спасибо за внимание.